Спорт – такое маленькое, но очень важное в жизни человека слово. Тема спорта стала мне интересна, как только я первый раз оказалась в бассейне, начав заниматься в секции по плаванию. Мой тренер – Канская Анастасия Андреевна. Она учит нас стремиться к победе, преодолевать трудности, развивать свои способности. Тренажерный зал. Вместе с папой мы посетили персональную тренировку фитнес-тренера Главко Алексея. Беговая дорожка, разнообразные тренажеры, занятия с гантелями. Это подарило нам заряд энергии на весь день. А с удивительным миром, миром большого спорта, меня познакомил серебряный призер Олимпийских игр Улегин Сергей Валерьевич. Он рассказал о своих достижениях и успехах своих воспитанников. Итак, спортом должны заниматься все. Не ставьте перед собой цель обязательно побить мировой рекорд. Поставьте более скромную задачу – укрепить свое здоровье, вернуть себе силу и ловкость. Всем нужен спорт всегда и везде.